Prodexpo 2022 вновь на ваших экранах. Мы продолжаем серию коротких интервью. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Ясар, я из Иордании, маркетинг-менеджер для Al-Yasmin завод для восточной или арабской сладости. Вот мы видим эти красивые упаковки. Расскажите, что в них? Сначала скажу, что Иордания – это очень потребительные люди для сладостей. Мы родились со сладостями, поэтому у нас много заводов, много фабриков и очень много магазинов, кто продает вот сладости. Поэтому мы решили быть сами лучшие из этих фабрик, из самых лучших в Иордании, которые производит продукты для супермаркетов, для торговых центров. Я скажу насчет этих продуктов, печенье, они сами вкусные и такие натуральные, и с начинками. Начинки бывают разные, как финики, из финики паста, есть еще с ароматом, есть с фисташки, есть с греческие орехи, но много. У нас больше 20 продуктов, которые производим сладости, но эти еще нет таких в России с начинками финиками, поэтому мы хотели, чтобы люди попробовали и смогли выпускать вот такие продукты для России. Как мы знаем, что россияне очень любят сладости, особенно с кофе, с чаем. И это очень даже здоровье, потому что там натуральные продукты, никаких химика и никаких, скажем, краски вообще мы не используем. Здорово. И такой у меня вопрос. Это иорданская классика и какие-то народные рецепты или что-то новое, вот придуманное специально, максимально вкусное? Нет, это национальные. Это арабские, скажем, и, скажем, иорданские сладости, которые на праздники, с кофе, с чаем. Это каждый день должно быть в каждом доме, чтобы они покушали с кофе, с чаем или без даже. Просто так, для потребления сладостей, скажем. Вы сказали, что еще пока русский рынок не видел этого. И вопрос такой тогда сразу плавно вытекающий. Что вы ждете от нашей выставки? Каких партнерств и знакомств? Да, правда, мы знаем, как русский рынок – это очень большой рынок. У нас рынок есть в Америке, в Канаде, мы экспортируем в арабских стран, в Европу, Германия, Италия, Швеция, Норвегия. Но российский рынок еще мы не были, поэтому мы хотели бы зайти в магазинах, в сетях, в больших сетях или сотрудничество с дистрибьютором, чтобы были во всех рынках России. Насколько он большой, конечно, мы сами не сможем, потому что для каждого рынка есть потребность и таких компаний, которые способны на это. Я надеюсь, у вас все получится, и наша выставка подарит вам этот шанс познакомить российского покупателя с вашим товаром. И я уже вижу, что это ярко, красиво, вы говорите, что еще и полезно. Поэтому удачи! Спасибо вам большое. И мы сделали такие коробки маленькие, чтобы было удобно в супермаркетах поставили. И в каждом есть, скажем, штуки, которые они тоже закрытые, чтобы были свежие и не потеряли свой вкус и влажность. И спасибо вам, и мы надеемся, что мы будем участвовать в этот рынок большой, и чтобы люди попробовали наши продукции, и им понравилось, и постоянно бы покупали. Я обязуюсь. Спасибо.